вечер. Мы начинаем традиционно послематчевую пресс-конференцию, и слово предоставляется гостям Михаилу Михайловичу. Игра была тяжелая. Хорошо, что мы, как говорится, играли до конца. Результат доволен, счетом доволен. Спасибо. Андрей Леонидович. Соперник забил все, что было у него, все возможности, которые мы им подарили. Все, что мы им подарили, практически все они реализовали. Мы можем играть лучше, сказал об этом сейчас игрокам, мы можем играть сильнее. Мы играли так, как позволил соперник, готовимся к 27-му ответному матчу. Спасибо. Можно вопрос к обоим тренерам? Не так давно были введены изменения в регламент проведения чемпионата Республики Беларусь. В частности, это возможность заявки 8 легионеров в ростер команды. Как вы можете прокомментировать это событие? Есть ли какие-нибудь планы по заявке каких-либо игроков? Ты, Андрей Леонидович? Я не принимал, не вводил ничего. Пришло письмо. Они, кстати, и не были. В наших клубах два имеют право 8 играть. Нам они вообще, как бы, мы имеем право. И один, и второй у нас в регламенте написано. Это больше там, которые клубы не имели 8. У нас континентальный кубок и Лига чемпионов разрешено. Поэтому... А как вы считаете, другим клубам Республики Беларусь это пойдет на пользу? Конечно, он уже не был, уже усиливается. Я думаю, Гомель усилится однозначно. Ну, интереснее играть. Ну, следствие, мы собираемся. Спасибо. Счастливо.